Я думаю, что мы уже готовы начать. Спасибо всем, что пришли на лекцию, семинар, который посвящен Puppet'у и автоматизации процессов системного администрирования. Круто, что так много людей. Это успех. Кто-нибудь использует из вас Puppet? Круто. А вообще, ну, есть здесь системные администраторы? Собираетесь использовать? На самом деле, очень крутая штука. Мы с ребятами у себя в кодексе активно там сейчас ее продвигаем, используем. Я надеюсь, что то, что я вам сегодня расскажу, как-нибудь вас склонит к тому, чтобы тоже начать ее использовать более активно, кто не использует. Те, кто использует, может быть, кто-нибудь для себя откроет какие-нибудь идеи, новые какие-то возможности. Итак, начнем вот с чего. Собственно, меня много чего бесит в системном администрировании. Не знаю, как вас, но кто-нибудь из вас работает в команде системного администратора? Ну, там несколько человек. Вот у нас, например, команда. Круто, что вы работаете в команде. Это совершенно другая работа, я вас прекрасно понимаю. Начинает... Ну, я именно пришел к автоматизации, когда начал работать в команде. Меня начало бесить, что делают другие люди, то, что они оставляют за собой хлам, они делают не так, как я бы это сделал, нет никаких единых договоренностей между нами, а если они есть, то они не выполняются. Кто-то что-то забывает, и в конечном счете это превращается в такой большой кошмар, бардак. И я как системный администратор, я хочу всегда все разложить по полочкам, чтобы все было красиво. Поэтому я начал думать над этим и вспомнил об одном человеке, а, собственно, вот об этом. Это Генри Форд. Генри Форд изобрел конвейер. То есть он просто смотрел на то, как работают рабочие, и в какой-то момент он понял, что некоторые рутинные действия можно автоматизировать, то есть не обязательно там... использовать ручной труд для этого. И это сократило время, это увеличило прибыль, это, в конце концов, принесло ему много-много денег, на что я тоже рассчитываю, в конечном счете. Так, переходим вот к чему. Ну, собственно, те, кто не знаком с архитектурой вообще Puppet'а, немножко расскажу. Вы можете при помощи Puppet'а настраивать сервера, он, собственно, для этого и нужен. И вы можете настроить веб-сервер, DNS-сервер. В общем, это все не так интересно, но интересно вот что. Как правило, вы используете модули. И в Puppet'е очень много модулей, кстати, есть такая интересная... Организация называется Example 42. Они итальянцы, и они делают очень крутые модули для Puppet'а, и мы их очень активно используем. То есть, грубо говоря, вы, допустим, скачиваете модуль, который настраивает вам там почтовый сервер. Вы скачиваете модуль, который настраивает там SSH. Вы скачиваете модуль, который настраивает еще что-то. То есть, настраивает сервисы. И вы просто прицепляете эти сервисы к хосту, который вы хотите. Вот, привет. Вы просто прицепляете к хосту последовательность модулей, вы хотите, там, чтобы у вас сервер, на нем были такие-то админы, на нем были такие-то сервисы. Вы просто это все собираете в кучу. И, в принципе, это уже неплохо, потому что вы загружаете сервер, запускаете там Puppet, он вам ставит там всех ваших админов, создает ключи, и здесь уже есть автоматизация. Но что здесь плохо? Кто-нибудь может сказать... Вот в такой схеме. Даже хуже. Здесь есть... Точнее, что здесь есть, даже такой спрошу. Вот что здесь есть. В конечном счете, ну, вот я пришел к тому, что это все становится очень закомплексованным и неаккуратным. То есть у вас есть много-много модулей. Там один у вас ставит SSH, другой у вас еще что-то делает. И в конце концов, когда вы их размножаете, у вас их появляется много-много-много, все становится очень запутанным. Поэтому
мы начали думать дальше, и мы начали сначала акцентироваться на том, что мы можем сделать с самими модулями, и мы пришли вот к чему. То есть мы писали хорошие модули, действительно, много модулей мы находили, которые уже готовы, и мы очень много молились. Но при этом ничего не получалось, естественно, у нас становилось все больше модулей, и непонятно было. Это действительно, кто использует Puppet, я думаю, вам знакома такая ситуация, и если у вас много серверов, вам приходится под каждый сервер собирать все эти модули в кучу, это очень напрягает. Я наткнулся на такого человека в интернете, его зовут Крейг Дам, его взяли работать в Puppet после того, как он изобрел вот эту вот систему, хотя на самом деле я сейчас думаю, что, может быть, им нужно было лучше пригласить меня, но мы взяли его, поэтому не знаю. Он придумал, как это все можно организовать и упростить для того, чтобы можно было в этом всем разобраться. Вот представьте себе такую ситуацию. К вам приходит ваш начальник и говорит, мне нужно, чтобы у нас был новый сервер, на нем должны быть три приложения. Там, допустим, это будет, не знаю, там, аппликации. Ну, как вот так. Три приложения. Но, по сути, вы понимаете, что с точки зрения технологии у вас есть всего лишь... То есть у всех этих трех приложений есть нечто общее. И здесь появляется уровень, на котором вы можете объединять. Появляется такой, то есть вот этот Крейг Дан, он предлагает ввести новый уровень абстракции, который называется профайлы. То есть, ну, на самом деле, это очень простая идея, вы просто собираете модули, вот представьте себе, у нас есть профайл, там он называется там, Linux Admin, и он добавляет системных администраторов, он создает ключи для системных администраторов, раскладывает, он там настраивает SSH, соответствующим образом настраивает какие-то системные сервисы, там почту и так далее. И вы просто это объединяете в один, ну, грубо говоря, профайл, да, и потом этот профайл используете, вам не нужно отдельно там набирать эти модули. То есть идея очень простая, но она очень эффективно работает и просто позволяет уйти от вот этой запутанности. Вот как это выглядит в коде. То есть просто профайл, который включает в себя модули, набор модулей и все. И это все выглядит довольно-таки аккуратно, и если вы открываете там какой-то профиль, ну, сразу там, даже по названию уже понятно, что он из себя представляет и что он делает. И здесь появляется Папа Римский, который вас благословляет. Папа Римский Иоанн Павел II, он очень доволен. Но ваш начальник, он недоволен. Он вам звонит, и он говорит, чувак, все, конечно, круто, но я не понимаю, что значит твои профайлы, там у тебя какие-то модули. Для нас, для админов, это очень понятная иерархия. Модули, все, вот, пожалуйста, там, добавляется админ. Но начальнику это непонятно. Вы делаете вот такое вот лицо, начинаете дальше размышлять, что можно сделать с этим, как показать начальнику, чем же занимается ваш сервис, сервер. И мы здесь вводим еще один уровень абстракции. По сути, это бизнес-логика. Этот уровень абстракции называется роль. У одного сервиса может, сервера может быть только одна роль. Роль состоит из профилей. И это понятно вашему руководителю. Вы просто говорите, что вот этот сервер у нас, это DNS-сервер. Ну, у нас в организации, сразу говорю, что у нас есть возможность создавать много серверов, которые не очень мощные, но мы можем под каждую задачу там выделять отдельный сервер виртуальный. И поэтому для нас эта система, она очень подходит хорошо. Мы можем просто
по сути, назначать роль этому серверу, и все, у вас поднимается сервер, он уже сконфигурирован так, как вам нужно. Это, допустим, веб-сервер, все понятно, что там будет стоять. С моим коллегой так подумали над этим всем, и вот описали это все на таком немножко военном, таком университетском языке, потому что нам надо было сдавать лабы всякие, и мы решили это использовать. Но, по сути, вот у вас есть хост, к нему прицепляется роль, в роль содержит профиль, профиль содержит модуль. Все очень прозрачно. На каждом из уровней вы можете менять какие-то моменты. То есть вы можете там на уровне узла добавить какие-то, допустим, специфичные особенности, там, какого-то админа убрать оттуда. Можете на уровне профиля там что-то изменить, допустим, там SSH на другом порту, еще что-то. Вот. Ну, это просто визуализация того, как эти все классы связаны, зависит. В общем, мы начали это использовать, и мы очень сильно радовались первое время, пока не нашли еще одну крутую штуку. Не знаю, кто-нибудь слышал про Formman? Слышали? Вот это реально крутая вещь, потому что это надстройка, которая вам позволяет не только настраивать сервер, но и создавать виртуальную машину, если у вас есть там такие инструменты, как VMware или там OpenStack. Вы можете, по сути, создать виртуалку, поднять ее. На ней будет уже установленная операционная система с настроенной ролью. И мы это реализовали, когда мы даже сами не могли поверить долгое время, что все это так просто. И мы за там буквально 15-20 минут поднимаем один сервер, он полностью сконфигурированный. И я ухожу пить кофе, возвращаюсь, нажимаю, у меня он заходит по моим юзерам уже с моими ключами, там уже крутится веб-сервер, и он уже шлет почту, там настроены все фаерволы, и это все происходит автоматически. И, ну, я когда первый раз с этим столкнулся, меня это изменило весь мир, вообще систему администрирования. Что там дальше-то у нас? А это пропустим. В общем, смотрите, что у нас тут есть на данном этапе. Если вы... Кстати, Formman, он, в принципе, настраивается не очень сложно. И более того, вы можете его использовать не обязательно для виртуальных машин. У вас могут быть реальные машины, но вы настраиваете эту реальную машину, там, чтобы она брала образ операционной системы через... Ну, я дальше покажу, у меня тут есть кадры, как это все происходит. Ну, представьте, вот мы заходим в форму, да, это там веб-морда, нажимаем «Создать машину», выбираем операционную систему, Linux, например. Вот, прописываем там MAC-адрес сервера, который у нас уже готов, физический сервер. Ну, если виртуальный, там еще все проще, но я сейчас говорю про физический. Вы просто ставите MAC-адрес, говорите, какая роль у сервера, и говорите, там буквально несколько настроек. Он у вас сам добавляется в DNS, он сам у вас, то есть вы нажимаете там сервер подняться, у него ставится автоматическая операционная система, а он автоматически настраивается сам. Собственно, на него ставятся автоматически вот все сервисы, которые здесь перечислены, это то, что нам удалось реализовать. То есть он у нас добавляется автоматически в iSingle, Moonin начинает рисовать графики, Buckle, там сразу бэкапы идут, Firewall сразу конфигурируется, то есть те сервисы, которые там у вас есть, они тут же открываются для того, ну то есть то, как вы их описали, для того, кому они должны быть доступны, они доступны сразу же. Вот. Вот, например, как это выглядит в iSingle. Эти все сервисы, они создались автоматически, то есть мы ничего не делали руками там. Мы просто подняли, это тестовый стенд был, подняли несколько ролей. Плохо вижу, какие там сервера. В общем, подняли много-много серверов, они автоматически у нас добавились в мониторинг, там все начало жить своей жизнью. Вот тоже это пример из iSingle. Вот Moonin. Вот смотрите, видите, слева там список. Домен PP, это мы так обозначили домен, в котором
крутятся машины из Puppet'а. Вот. И все эти машины, они созданы автоматически, настроены автоматически, и для каждой машины автоматически начинает рисоваться этот график. Мы ничего особо... На самом деле, у меня где-то 2 месяца заняло на настройку этой системы, и я считаю, что это очень быстро, потому что я этим занимался свободное от работы время, ну, то есть не в основное, у меня не было такой задачи. Вот. И все модули, там, если вы будете использовать Example 42, все модули уже есть, и они настолько крутые, что... Ну, я до сих пор нахожусь под впечатлением, потому что там ребята продумали полностью структуру. Каждый модуль, он уже в себе содержит возможность, чтобы, когда вы его ставите, он автоматически начал мониториться, автоматически начал фаерволиться. Вот, и это действительно впечатляет. А вот как выглядит форма. Здесь еще есть одна очень крутая особенность. Если вы используете виртуализацию, то вы можете фактически даже в консоль ломиться прямо напрямую отсюда. И отсюда же вы добавляете хосты, отсюда же вы прибавляете серверу роль. Ну, собственно, мы получили бонусы. Вот они здесь перечислены. Смотрите, про что я хотел сказать. Вообще, для чего это все нужно? Немножко теории. Вот эту картинку я нашел из книжки Лимончелли «Философия системного администрирования» или что-то типа того. Кто-нибудь, может, читал. Вот. На самом деле, вот в центре самый важный кружок, потому что в этом состоянии машина, она используется, она наиболее эффективно используется, она приносит пользу. Все остальное — это, ну, грубо говоря, машина простаивает. То есть, когда вы там собираете машину, когда вы там конфигурируете или восстанавливаете, она у вас там вышла из строя. Все это время, которое потрачено впустую. Поэтому здесь основная экономия — это время. И когда вы собираете машину, если у вас особенно много машин, то время — это основной фактор, из-за которого стоит заниматься такими вещами. Вот, если у вас там 2-3 машины, вы можете попробовать эту систему, ну, так, для себя. Но если у вас там серверов 10, 20 и так далее, то вы можете существенно сэкономить свои ресурсы и потратить их на то, чтобы эти машины, не то чтобы даже машины, чтобы приводить профили, роли, модули в состояние большего удобства, чтобы они у вас были более надежными. То есть всегда есть задачи, помимо вот волокиты, которые совершенно не хочется заниматься, однотипные действия. Хотя на начальных этапах полезно это делать тоже. То есть я не против ручной настройки. Вот. Но в какой-то момент появляется желание какие-то вещи автоматизировать. И Puppet в этом плане очень сильно помогает. Собственно, если есть какие-то вопросы, я готов. А вопрос такой вот интересный. Почему вы у себя в компании взяли именно Puppet, а не, допустим, Chef? Ну вот, да, это частый такой вопрос. Собственно. Мы просто смотрели, когда на тот момент Puppet был более развит, и у него была версия что-то там уже около тройки, а у Чифа у него была версия что-то там 0.ля-ля-ля. И опять же, по тому, как все устроено, это, мне кажется, такой вопрос дело вкуса. Вы можете сами для себя выбрать Чиф. Я смотрел Чиф, и я просто, ну, я в принципе понимаю, но мне он показался менее удобным. Но это мое личное. У Чифа, например, своя вот морда есть. Да. Это круто, но не знаю, я выбрал Puppet, все. Не знаю, так получилось. Это собственный язык. У Puppet есть собственный язык, он довольно-таки простой. В основном, если вы делаете профиль, если вы попробуете создать профиль, то вам даже не нужно будет знать особо никакого языка. Вам достаточно будет установить просто Puppet Master.
скачать несколько модулей, которые вас интересуют, и собрать их просто, заинклюдить в один файл, в той последовательности, в которой вы хотите, чтобы они ставились, и если она вообще существует. Вопрос. Mm-hmm. Как заинициализировать правильно клиент, если вот хочется вот мне именно сейчас обновить, а не то, чтобы он полчаса прошел по какой-либо причине? Потому что я пока перезапускаю его просто. Ну, на самом деле, я за то, чтобы вручную запускать его, потому что у вас может измениться там, конфигурация. Все-таки, когда вы применяете конфигурацию на сервере, вы должны следить за тем, что происходит. То есть... В нашем сценарии у нас особая ситуация, он должен быть на постоянном повторе, угу. Это не обсуждается. Просто дело в том, что как бы вот запустить в определенный момент. Вот он у нас крутится, а я хочу еще раз его, а вот в данный момент точно проверить, нет ли для тебя чего-то. Вот смотри, есть вот в формане, да, если ты форман поставишь, это по сути морда для пупита. Ты просто там нажимаешь кнопочку Puppet Run, и все. Все используется форман. Да, форман это очень крутая вещь. Сколько у вас на одном сервере может быть постоянно обновляющихся машин, то есть клиентов подключено? И насколько держит сам Puppet Master? Я думаю, что это зависит от мощности сервера и от того, какие у тебя там... Знаешь, у тебя могут быть написаны огромные роли, там, которые включают в себя там, 20 профайлов, там, какие-нибудь очень сложные конфигурации. Бывают очень простые. Некоторые сервера... По идее же он эти данные просто передает туда. Ну, то есть... Не совсем. Они компилируются на сервере. Ага. Собирается сначала код, который должен выполниться на клиенте. Потом. Роль там огромная. У нас, например, есть роль. Какой пример-то привести? Ну, там, async какая-нибудь, да? То есть она должна там собрать информацию обо всех вообще машинах в себя, всосать сначала, там, по базе пробежаться, посмотреть, потом собрать огромную конфигурацию, потом к себе это все выключить, она долго выполняется. А если какой-нибудь простой там DNS-сервер, он вообще на раз выполняется. Поэтому это зависит от того, какая у тебя роль, насколько она у тебя мощная. Вот там вопрос. Как работает заливка на клиент, если с сервером все точно ясно, с mm-hmm. он использует PXE, ты говоришь, что достаточно указать MAC или есть еще что-то? Там есть агент у Puppet, то есть есть сервер, есть агент. Они общаются по HTTP, насколько я помню. Вот. Там можно использовать SSL, можно не использовать. Нет, SSL всегда нужно использовать, но там... Какой мини должен быть клиент? Ты просто ставишь... Ты можешь его настроить, можешь... То есть там есть несколько способов. Ты можешь его с параметрами запускать. Мы, например, запускаем просто с параметрами. У нас есть строчка там. Ты описываешь ему, в каком он окружении, к какому он мастеру коннектится. По сути, это просто команда. В командной строке запускаешь, у тебя пробегает вся твоя конфигурация. Ты можешь запустить его с ключом, чтобы он не применял конфигурацию, но только показал, что будет сделано. Еще у меня есть вопрос от самых простых примеров. Ну, для чего ты сначала использовал Puppet или чем все закончилось на самом деле? Вот на сегодня. Ну, изначально я просто пытался как бы поставить этот сервак. Мне было интересно сделать такую задачу автоматическое разворачивание клиентов для бэкапов, для Бакулы. Кто не знает Бакулу? В общем, если знаете Бакулу, там должен стоять демон на каждом сервере. И есть общий директор, который собирает со всех демонов бэкапы. Вот. И мне хотелось просто, чтобы у меня... создавались автоматически на директоре конфиги клиентов, и также на клиентах тоже создавались, ставился софт. У меня вот изначально была такая задача. Вот. И я еще тогда не знал ни про форман, ни про вот эту крейгу данных. И, в принципе, я так поковырял его, мне он показался удобным и довольно-таки интересным. И очень гибким, что немаловажно. Закончилось тем, что мы сейчас активно это используем. Мы постепенно внедряем
На самом деле столько фишек, о которых хочется рассказать, но просто они выходят за рамки этой конференции, этой презентации. Мы сейчас, на самом деле, я прихожу к тому, что все-таки удобней описывать не роль из профилей состоящей, а удобно описывать профили, делать их более гибкими и все-таки убрать вот этот вот уровень абстракции роли, то есть из модуля собирать профили и добавлять несколько профилей на сервер, на самом деле. Это более наглядно, там, если форма не особенно работаешь. Вот. Особенно если роль... Бывает просто так, что, допустим, мы не хотим полностью автоматизировать сервер, мы не хотим, чтобы там добавлялись админы, мы хотим только, чтобы поставились там VMware Tools и там бэкапы. Тогда удобнее профили добавлять туда. Вот. А на самом деле, если у вас будут реально какие-то задачи, связанные с пулпетом, вы можете мне написать. Здесь есть... Так. Есть здесь что-нибудь? Нет. Ну, в общем, я вам могу просто дать свой контакт. И вы можете мне написать, я вам всегда помогу, насколько это в моих силах, там какую-то первоначальную настройку сделать и вообще показать, как это все работает. Вот, потому что мне хочется, чтобы люди пользовались этим, потому что это реально облегчает жизнь системным администраторам. Ну, если вы, конечно, готовы вложить в это какое-то... Ну и плюс это очень интересно на начальных этапах. Мне просто было интересно, как это все. Как говорил Генри Форд, знаете, когда его спросили, как вам вообще удалось заработать столько денег, он сказал, ну сначала я просто хотел убежать из дома от моей жены, поэтому я проводил время много в гараже, чтобы собирал машины. А потом мне просто стало интересно, смогу ли я заработать больше, чем она может потратить. Вот. Это интересная технология. И ей нужно пользоваться. Вопросы? Если к агенту, а изначально агент как ставится? Ну, он, как правило, идет в комплекте с системой. В образе, который разворачивается. Да, можно его там прямо в образ запихнуть, как правило, он там уже есть. Вот. Либо вы в системе просто там, смотри, какая у вас система, если Linux, там, через APT или там, через YUM, или через, если BSD, через порты там. Не, ну и в плане автоматизировано, то есть ставится же изначально операционочка. А потом не руками же туда идти? Не-не-не, естественно, там сразу уже, когда вы делаете образ, вы ставите этот образ, он у вас распаковывается сам, ставится, допустим, Linux. Этот форман, он этому образу как бы говорит, что давай выкачай вот такой вот скрипт, который запускается. И он уже там дальше ставит Puppet, запускается, выкачивает первоначальную настройку для себя. Это просто как бы, лучше наглядно показать, как это все выглядит. Но если вы там пошерстите в интернете, там есть просто дофига доков, как это все сделать, там автоматическое разворачивание машин. Вот, там ничего сложного. Там, ну, правда, очень легко. А по файлу вы назначаете уже, получается, с этого сломана. Ну, смотрите, там есть такая папочка, вот, допустим, назовем ее код, да, в которой лежит код. И там у вас есть подкаталоги, там есть каталог модулей, там есть каталог профилей, и там есть каталог роли. И вы, допустим, когда есть команда там puppet модуль search, по сути, как pt там search, например, вы ищете модуль, который у вас есть, и большинство модулей, они уже созданы, вам не нужно там самому что-то придумывать. Вы просто читаете readme к этому модулю и передаете параметры. В профиле вы описываете, с какими параметрами у вас модули эти собираются. В профиле вы кладете в папочку профиля. Потом, когда вы заходите в форму, там есть кнопочка import. Вы просто с мастера импортируете все классы, которые у вас есть в этих папочках. И дальше вы уже работаете в веб-браузере. Вы просто смотрите, у вас есть машины, которые там вы создали или... которые там появляются автоматически, когда вы запускаете приложение. И вы просто нажимаете там
редактировать, добавляйте туда профиль или роль, там, которая вам нужна. Параметры можно добавить дополнительные. У меня, к сожалению, нет картинки. Я на самом деле хотел узнать просто, если у меня автоматически подключается вам клиент, ну, то есть включает машину, он сам подключается к серверу. Как, и их может быть несколько типов. Как правильно передать, какие, ну вот без моего участия даже формами, в том числе, как правильно передать ему, что он на нем должен быть установлен именно на этом? То есть как-то параметр с клиента правильно передать. Вы передаете не с клиента. Во-первых, там можно выбирать разные окружения. Вы можете держать несколько окружений. Там у вас может быть окружение, ну, как программисты используют, там, production, development, testing. И вы можете в разных окружениях запустить. Вы можете запустить с разных мастеров. Но вы можете в формане, у вас, допустим, есть хост, вы хотите запустить. Вы в формане просто прицепляете к нему определенную роль, и он запускается с этой ролью. Нет, имеет душу машину, ее вообще подключили, вот. Она находится на самом деле вообще не у меня, а у клиента. Я в отпуске. Она подключилась и должна сама скачаться. Их там поставили там 10 штук. И чтобы они сами уже как бы выкачали себе нужную роль, потому что я что-то положил на клиент до этого. Ну, то есть заложил. Слушайте, я думаю, что это можно решить. Через, ну, понятно, что можно решить. Я думаю, что просто я пока что не решал такую задачу. Но я подумаю, обязательно вам отвечу. Напишите мне. Я просто могу, ну, подумать, мне нужно минут 10 посидеть, как это с помощью это реализовать. Так, а как, вот, в общем, проблема, допустим, у нас есть несколько серверов, на которых там крутятся всякие разные сервера, может, какие-то вычислительные там вещи, которые там, ну, там, что-нибудь такое самохостящееся, которое мы там сами написали. Как, допустим, ну, позволяет ли этот инструмент балансировать нагрузку? Ну, да, он позволяет балансировать, но просто смотря на чем вы это делаете, тот же вопрос стоит в том, как вы балансируете. У вас же балансинг какой-нибудь там Haproxy или Nginx, или чем вы балансируете? Ну, в данном случае больше такой может быть вопрос скорее то, что мы рассматриваем сервера как набор вещей, которые просто считают что-то. Mm-hmm. То есть мы им отправили гигабайт данных, они их нам переваривают, а ну да, здесь все это есть, там на самом деле куча разных есть подходов к этому, но это уже конкретная задача, и к ней нужно, ну, подходить, смотреть просто, как у вас это реализовано. Но здесь это все есть. Вы можете экспортировать ресурсы, например, здесь есть такое понятие, там, как экспорт ресурсов. И вы можете собрать всю информацию, например, на сервере, который балансирует, вы можете собрать всю информацию, просто протегировать ваши сервера, которые вы создали с помощью Puppet, как ферму, там, ферма 1, ферма 2, там. И дальше вы, когда собираете их на балансере, вы можете просто собрать все с такими-то тегами, запихнуть в конфиг, и дальше у вас, собственно, все. Ну да, он сам просто начинает балансировать. Да, но их можно там тоже фейловер делать. Там, по сути, мастер — это просто кусок кода. Нет, понятно. Но это единая точка отказа. Ну, не совсем. Там понимаете, там просто. А? Реплика там, секондари. Ну конечно. Мы же админы, мы, ну, какая единая точка отказа, вы чего? Вам не нужно знать, кто из них главный, по сути. Они у вас просто работают под одним именем. Они работают как один. Это просто две копии, одинаковых совершенно. Клиент ничего не знает об этом, потому что ему не нужно это знать. Вы приходите на балансер, он вас посылает на один из мастеров, и, собственно, мастер ему отвечает. Ну да, всегда можно найти. Балансер должен стоять в кластере в дата-центре уровня 4 за очень большие деньги. Да не, ну 5 часов утра, ну упал, ну не обновится у вас конфигурация. Вы что-то ночью там программировали активно, что ли? Вам нужно с утра. Нет, такое может произойти гипотетически. Ну что я могу сказать, к этому надо просто готовиться. Тоже что-то придумал.
Это тоже интересно. Вопросы? В общем, просто попробуйте эту тему. Еще, если запомните, попробуйте такую штуку. Я в последнее время открыл для себя, называется графит. И к ней еще есть приблуда, называется Skyline и Oculus. В общем, так в двух словах. Это система, которая, допустим, у вас есть графики какие-то там рисуются в системе. Допустим, Isinga, она умеет, ну, RRD-шный, там, неважно, на чем вы рисуете графики, если рисуете. Вы просто туда пихаете все эти графики, и Skyline вам находит аномалии. То есть у вас эти графики постоянно туда закачиваются. Если происходит что-то, что не соответствует типичному поведению системы, там, ну, там, лотавишь вырос не так, как там неделю назад, у вас это все в базе, там кусок информации хранится, он вам... Просто это новый уровень, новое поколение систем мониторинга. Потому что Isinga, она довольно-таки статична, там Nagios, вам нужно все время смотреть на картинку. Зачем все это, если Nagios присылает тебе смс в 5 часов утра? Да. Ну, нет. Понимаете, Nagios присылает много лишнего, а здесь вы не увидите ничего лишнего. Здесь они появляются только если это реально аномалия. Nagios никогда вам не скажет, что окей, у вас, допустим, лот average подрос, но может быть у вас он это нормально, что он подрос в 5 часов утра. В чем? В записи можно написать триггер сложный, что в 5 часов утра может быть возрастать. Это нормально. Да. Это пишется в одну строчку. Ну, представьте, вам приходится писать, а здесь он просто держит в базу, сам засасывает и держит данные за там, неделю, два месяца, и он просто вам присылает. Просто я, например, когда начал использовать, я увидел много интересного того, чего я в Isinga, в Nagios вообще не вижу. Но, например, у нас там на циске там много-много трафика идет. Вы же не будете каждый порт циски там прописывать на него алерт. Вы даже, может быть, не знаете, какой у вас трафик там является паразитивным уровень. Ну, представьте, там через порты там прет до хрена трафика. Я вообще понятия не имею, сколько там у меня проходит за день. И как выставить вот это ограничение, когда кричать? А почему оно вылезло в этом? Skyline? Ну, потому что вот он держит, он смотрел там, что у вас постоянно на протяжении месяца там была, допустим, был трафик на уровне, ну, он поднимался там, допустим, но он поднимался, допустим, по какой-то кривой плавной, и вдруг резкий скачок. Он использует математические алгоритмы, он разбивает это все на ряды, и потом смотрит по всяким критериям Колмогорова, там целых 5 критерий, он использует все 5 или там все 6, или наоборот, вы можете некоторые отключить. И только если все 5 срабатывают, он вам о чем-то говорит. Это действительно, ну, очень крутая вещь. То есть получается, он все это автоматизированно считает? Да. Да. А если у нас, например, вот этот сима, ну, там, стоял 2 месяца, а потом я там перекачивал через него 2 гигабайта, он мне как-то залёгчит? Что вы сделали? А потом перекачивал через него, не знаю, ну, там, базу там сливал. Он это залёгчит или это просто будет на графике? Ну, вы видите на графике, во-первых, скачок. Да, потом это... Мне нравится эта система тем, что там она появляется только если у вас реально аномалии в системе. То есть если у вас нет аномалии, у вас просто чистый белый экран. У меня это стоит вторым монитором, и если там что-то появляется, это уже нехорошо. И я вижу там некоторые моменты, которые в Isinga вообще не отображаются, или там в Zabbix. Они просто там какая-то... Допустим, перезагрузили тот же Zabbix, и вы там увидите много интересного того, что вам Zabbix вообще никогда не покажет. Еще одна вещь, которая является приблудой, я вот буквально на этой неделе поставил к этому Skyline, это Oculus, который позволяет найти корреляции. То есть у вас, допустим, есть там уже графики, есть аномалии какие-то, вы все это собираете, потом вы можете несколько графиков проанализировать. Ну, то есть вот у вас пошла там какая-то кривая такая нестандартная, вы на нее нажимаете, и Oculus вам сравнивает этот график, эту аномалию с другими, которые в тот же период времени происходили. И он вам может показать, например, что у вас порт там какого-нибудь маршрутизатора 20-й
там коррелирует с нагрузкой на сервере каком-нибудь там вообще в другом дата-центре. Вот, и это позволяет выявить просто такие вещи, которые тоже Zalux вряд ли покажет. Вот. В общем, интересная система. Да, мне очень нравится, мне кажется, что за этим будущее. Опять же, он может там тоже смс-ки, его может прикрыть, чтобы он присылал там почту, алерты всякие. Вот. Я надеюсь, вам было интересно. Я вроде рассказал все, что мог. Вот, спасибо вам большое, что пришли. Вконтакте, добавьте сюда.